Всем привет, меня зовут Александр Сычков. И сегодня мы ребята, в этом видео я покажу вам, как я играю со Стелио Контасом, ребята. Это мой друг. Мы играем с ним двое против всей команды. То есть мы играем за КП, то есть контр-террорист. А за Т, за террористов играют, я не знаю, даже кто. Это АВП-сервер. В прошлом видео то, что по названию админ забанил, то есть наоборот, админ сервер забанил читер, это реально правда, и если хотите, там ссылочка будет в описании на это видео. Мы ищем сейчас врага, кажется, мы его не нашли, но по карте видно, что он там. Сейчас мы его найдем. Так как этот сервер именно открывается вот когда ночь. Утром, днем этот сервер не открыт, даже вечером он иногда не открыт. Он открывается только ночью. Не знаю зачем, только ночью будет открыт. А так он всегда с паролем. Никогда не бывает одним. Но так как я понял, это сервер АВП Альфа Урбан. Как я понял. Наверное, это та карта. Ну, игра, конечно, будет интересно, но сейчас подожду здесь. Так, по карте видно то, что все враги где-то там, да, можно сказать. Видите, по карте он идет. Так. То есть они, видим, то, что они ходят где-то вот здесь. Да, уже там поближе, да? То есть я стою вот в машине самой. И Стелио Контас стоит не в машине, видно по карте. То, что у нас двое, да, он тоже в машине. Ребят. Вообще, наверное, круто, он тоже профессионал. Профессиональный игрок. Короче, мы просто прикалываемся с над этими игроками. Так как этот сервер сделан специально для игры с друзьями, то есть выбирается два персонажа из три человека, которые только будут играть. Да, команда. Но так как сама мы выбрали голосование по голосованию нас выбрало, кто будет играть, а остальные стали против нас. Ну, дофига на раунд, пока что нас не перебивает. Стелио тащит, а это уже просто, ну да, видно то, что там вы смотрите, как он вообще красавчик, все это будет Стелио Контас. Красавчик. Ладно. Ну, пока что, наверное, он один все затащит. То есть в целой команде остался вот один игрок. Пока видите, он Стелио ведет Контас. Ну, вы не переключайте видео, не включайте его, потому что игра только начинается. Просто сейчас такой раунд. Сейчас все будет супер, ребят. Так, видно по карте то, что стояли идет. Так. Кстати, у нас здесь разминка только начинается. Так, здесь. Да. Он зашел вверх, нет, не зашел, и он подходит уже к машине Евро. Да. Он его, наверное, не замечает. Да, это так тоже там. Посмотрите, он ходит. Так, не замечает. Врага. Так. Ну давай же, убей его. Это же должен. Давай. Давай, ты сможешь, брат. Давай. Друг, ты сможешь. Или не, он не сможет. Хотя я не слышу выстрела, но я не слышу. Потом ушел, а потом куда-то идет. По карте. Так. Куда ты ходишь, блин, Стелио? Что? Да.
конца раунда осталась минута, Стелли Контас еще никого не убил за ругов. Давай же. Я знаете, как ровно пошел, так. Так, куда дальше? Что он делает? Он или ищет врага, или я не знаю. Но мы-то видим, что враг там. А, машина стоит, то есть смотрите, слышны выстрелы и перестреливаются. Но никто пока что никого не убил. Это как-то странно, осталось несколько секунд. Но по-любому, наверное, мы выиграем. Так, ладно. Давай. Осталось вот 30 секунд. Всего лишь. Давай, Стелли, ты сможешь, убей его. Наверное, не уже сможет. Вряд ли. Хотя, возможно, вот он успели здесь. Так, вот осталось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все. Кто выиграл-то? Кто? Кто не выиграл, да? Кто выиграл, не выиграл? Че, рестарта этой хрени не будет, нет? Раунд. Видимо, не рестарт. В общем, ребята. Выдвигаемся. Молодец, Стелли. В прошлом раунде я не случился особо. Последнего я врага не видел. Но так как я мониторил... Перезаряжаемся и вперёд! Евро, поэтому... Прикольная игра с АВП. Давай. Так, если его здесь нету, но я вижу то, что он за этим ящиком. По карте двое, то есть один в машине, один там. Так, ну это уже не это бомба. Так, последнего я тоже вот сейчас я его через 7, считайте, убил. Но так как эта игра не показывает то, что я через 7 убил, поэтому не показывает ничего. Так, давайте. Опять, давай. Команда, вперед! Так. Давайте. Все так уж прикольно, потому что здесь АВП постоянно. Дайте все рядом, да. Ой, все, на стойле попал. Оу! Давай. Стойле. Давай, стойле. Молодец. Смотрите, они его не могут убить. Может, раненые, Так, по карте видно то, что они заезжают. Я залежусь около оружия машины. Так, меня ранили уже. Хотя нет, не очень так уж ранили. Так, Стелли, пошли. Один за ящиком, один за машиной, видно, да?
за той же машиной, где они всегда прячутся, по идее. Давай, мы сможем. Врагов наших. Типа мы идем, блин, со Стелью, идем на врагов. Вы все, блин, нубы играть не умеете, блин, а мы со Стелью всех восстанем, блин, даже нас не раз не можете убить, блин, вообще. Так, непонятно, что он за машина, но пока что... Я не знаю, я просто не хочу его сейчас убивать, просто повторюсь, а посмотрю, что будет делать Стелью, наверное. Стелью, пошли. Так, проспокоим, посмотрим. Нету, просто нету. По карте видно то, что там. Пошли, пошли. Ладно. Все равно он когда-нибудь оттуда выйдет, по идее. Из машины. Может быть там лестницы. Хотя, весь стал, то может быть, не осталось там. 3 минуты. Ну, там, раунд. 5 минут на раунд дают один. Это очень даже круто. Мне такие сервера нравятся. Так, давай Стелью уже тащи. В прошлый раз они были за машиной, давай. Просто сейчас троллим этого врага. Хуем по карте. Такие какие. А ну смотрите, или он АФК, или... Не знаю, ну чё. Вообще не. Не убегает. Хотя он там двигается. Дайте. Пошли сюда. Так. Давай. Так, идем сюда. Сейчас подождем. Я туда не пойду. Давай, Стелью может. Где этого? Наконец-то. Не, видимо, Стелью тоже нужно прикалывать. Надо было Стелью позвонить по скайпу. Просто поприкалываться. Потому что реально, смотрите, мы просто прикалываемся над этим врагом. Офигеть. То есть мы видим то, что он за той машиной забил. Но мы туда не идем. То есть я иду сейчас сюда. Опа, я спину прям. То есть. Стелью просто бы прикалывался дальше, знаете. Вот так как я снимаю видео, я не хочу просто забирать. И вот там уже один. Так, да, все. Оу, Стелью тащил. Стелью тащил. Все, там нас двое друзей. И целая команда врагов. Здесь. Там ходим. Такие крутые. Стелью, давай затащи. В хэдшот мы. Стреляй там, давай. Там дофига я. Все, давай. Давай, сейчас разобьем. Так. Не попадаю. Без прицела не могу. Подстрелить стал. Так, он опять за машину походу. Так. Тролль, тролль, тролль. Стелью, сходите за машину, пожалуйста. А то, блин, мы уже это надоело. Давай. Так. Да, так прям проходит, блин. Ты поржали и... Просто проходит, это просто прикол. Смотрите, я обошел эту машину, он даже не заметил. Офигеть. Просто, да. Так, что там дальше у нас? Так, давай пошли сюда. Как и буду там ходить. Так, все сломаем. Все полетим. Ну, он здесь, да. Там мы идем. Так. Опа. Его. I'm mortal. Офигеть. А, давай, Стелью, ты сможешь, давай. Я не понимаю, там, вот эти вот, которые в машине, они что, АФК, что ли? Или кто-нибудь? Давай, Стелью. Хэдшот.
машины, короче. Ребята, это реально тролль. Давай, идем сюда. Так, там остался один опять. Я так понял. Так. Эти последние раунды его убили, все. Короче, надо заканчивать, наверное. Довольно-таки прикольно. Офигеть просто. Сейчас стоит здесь. И здесь прямо в этой машине можно жить, блин. Так делать этот АФКшный враг. Давай-ка. Выходи оттуда. Ты должен, короче, выйти. Так, ты злитесь, блин. Враг, выходи, мы тебя видим. Мы просто прикалываемся над тобой. Короче, ребята, это не было. Ну давай, Стелли, замочи его. Ты же почти в этой машине, давай. Оо, проходит. Блин, прошел, я убил его, хорошо. Молодец. Ну давайте сейчас последний раз попробую сейчас. Попытаюсь всех убить. Пошли. И все, наверное, надо заканчивать видео. Давай. Стелли, ты что, будешь тащить? Посмотрим. Что будет делать Стелли? Контур. Как он затащит команду? Пока что он никого не убил. Смотрите, как враги ходят. Так. Видим то, что он тоже в машине. Стелли, давай. Не видит то, что я там. Оу, убило дома. Так, еще будет один. Так, он видит там, да? Ну, в общем, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Нубас. Добавляйте меня ВКонтакте. ID 3733. Смотрите мои стримы на Твиче. Добавляйте меня в Скайп. Нубас. Просто Нубас. Там я написано. Нубас, Алекс Сычков. Написано описание. В общем, ребята, пишите комментарии под видео, если вам понравилось видео. Обязательно пишите комментарии. Можете читать все комментарии. В общем, ребята, всем вам пока.